29-е. На 30-е поедем шмалять. Выезжаем, как обычно, в обед. Погодка зашибись, плюс 4. Вперед! Вперед на уточку. Выезжаю с города. 4 аварии уже. 12 часов дня. Почти на каждом перекрестке. Что ж творится-то? 60-70%. Какие места красивые. Сказали, что там будут дома. Уже подъехал. Бойко понура. Церквушки. Александр, пожалуйста, здравствуйте. Какая красота. Все-таки я доберусь сегодня. Все-таки сегодня доберусь. Столько препятствий. 4 аварии по городу. Столько крутились, столько отвлекалово. Лодка на месте. Ура! Поля еще зеленые. Вот что у нас после дождя. Вот такое. Вот такое вот творится. Удачно, дорога. Дорога. Плывем. Плывем. И лошадки. Лошадки красивые. Дети есть такие красотки. Мы к базе подъехали. Ну, мы почти у базы. Дорога жуть. Разбодя. Женадя. Ого-го. Вот последний участочек. Проскользнем. Ура! Проскочили. Ура! Ух ты, ух ты. А вот тут пипец. Вот база. Последний разворот. Последний у нас остался разворот. И я эту лужу не прошел. Жора-то на джипе проскочил. А я тут елозюсь, блин. Уже 5 минут. Не вылазит. Пока. Жижа такая, что я все-таки прошел эти все колеи. Кусочки такие не слабые. Что тут? Бортик не слабый. Ого-го. Вот это я. Все стекло. Но я добрался. Не дай бог, дождь пройдет. Я добрался. Ну, пора. Ставим моторчик. Аккумулятор. Сейчас соединяем. Собрались. Ну шо, едем ставить чучела. Если там не занято. Народу, конечно, путевок мы выписывали. Красиво. Все солнышком. Красота. Вот мы вышли с проходочки. Жора погнал вправо. А я в левую урму. Посмотрим, где занято, где не занято. От этого и будем плясать. О, уточки уже видны, парочка пошла. Но сейчас стрелять нельзя. С утра будем. С утра будем стрелять. Вот так. Вперед! Я подрулил. Вон какой плесик сейчас. Мы еще и спиннинг взяли, покидаем. А вот мой пятачок. И место не занято. Ура! Жора пошел вправо, а я на родной пятачок. Вот мы посмотрим, что тут творится.
Вот так. Вот. Вот он мой пикап. Вот он мой пикап. Так, так, так. Развязываем и достаем наших уточек красивых. Вот я подзавязал тут, чтобы не разлеталось. Как-то так. Раз, раз, раз. Мы их сейчас... Тут пару метров, глубина небольшая. Вот так вот делаем. Так вот. И вот так вот. Опа! Ха-ха-ха. Вот сейчас мы тут закидаем. Вот такое дело. О. Красота. Тишина такая. Просто праздник какой-то. Штиль полный. Ветереет. Возможно, тут даже щучка есть на этом плесике. Сейчас побалуемся. Подсадных, ой, чучел мы там наложили на воду. Вон мой пятачок. Проверим этот плесик, пока не стемнело. 17:00. Солнышко коснулось горизонта. Тишина. А луна вышла. Красивая. Вот такое. Рыбы нету. Вот так мы чухаем проходочку. Вот так вот. Проходочка узенькая. Сейчас темнеет. 5:30. Километр до базы. Вот такая красота. Вот такая красота. Ух. Идем в базу ночевать. Легкий ужин в машине. Но еще рано, начало седьмого. Где-то в 11, наверное, уснем. С 11 и в 4:30, где-то в 5 можно вставать. Пока перекусон. Как-то так. Плюс 9. Плюс 8 уже было, плюс 9. Ну, к утру будет плюс 2-3. Ну, как раз комфортно. Может, плюс 5. А как будет утка летать, неизвестно. Утром посмотрим. Завтра 30 декабря. Вот такое творится. Вот такое творится. О. Дядя Жура, привет и с Новым годом. Легкий костер. Красота. О, 4:30. Жора уже почухал. А тут у нас вот как выглядит.
тут у нас вот такой лёдик схватился. Вот так. Фух. Будем пробиваться. Ну, он тающий. Тающий лед. Как-то так. Крошим лед. Лед. Фух. Я добрался до домика. Ха-ха. Вот мой домик. Вот. Вот тут все льдом покрыто. Ага. Я покружил. Лед разбил вокруг чучел. Ну, 0 градусов. 7:20. Даже уже 7:25. Вот рассвело слегка. Но корочки льда, луна в дымку уходит. Мои чучелки загрустили лед. Изредка выстрелы были где-то. Какие-то уточки держат плесики. Где-то там далеко-далеко. И охотнички с крикушами. Вот пару выстрелов было. А так лед, и утка не летает. Проходят, но очень высоко. Вот такой уже светает рассветик. Фух. Ну, пару выстрелов сделал, но далеко проходят. Очень далеко. В дудку дудю. Вроде как притормаживают на плеса. Ну, там, но высоко поднимаются. Всякие вороны только летают.